Приветствую вас, дорогие друзья. И я хочу вам рассказать о том, что у нас будет серия видео, где я буду показывать, как я хочу вырастить на балконе в городских условиях помидоры и огурцы. Объясняю, почему я решила сделать такую серию. Так как я в городе провожу больше времени, чем за городом, у меня появился интерес к тому, что я смогу вырастить на своем балконе. Вот томат. Том красный. Название у него. Это раннеспелый детерминантный сорт черри томата. Плоды ярко-красные, округлые, гладкие, средней плотности, массой 19 грамм. Ну, в общем, это очень мелкие томаты будут. Но что я хочу показать? Что за 3 месяца можно ли вырастить эти томаты на балконе и уложиться в эти 3 месяца. Вот этот томат. Теперь по огурцам. Цена его 20 рублей. А огурцы я буду выращивать. Трюкач F1. Тоже раннеспелый пантенокарпический гибрид женского типа цветения для комнатной культуры. Вот это конкретно для балкона. Цена его приличная, 92 рубля. Здесь не так много семян. Но я и всего-то буду выращивать в 2 горшочках. Один томат, другой огурцы. Эксперимент мы начинаем 30 мая. И вот нужно уложиться в эти сроки. 90-100 дней. Что нужно для того, чтобы все вот это у меня начало расти? Для этого нужна земля. Землю я купила. 2 мешочка по 6 кило. 50 рублей мешочек. Во что будем садить? Буду садить вот в такие банки. 5-литровые канистры. Здесь была вода. Буду сюда насыпать и садить мои томаты и огурцы. Так, вот в этот баллон я буду насыпать землю. И садить непосредственно в этот баллон. Я уже выращиваю не через рассаду. Через рассаду времени у меня не остается, потому что если я выращу рассаду в стаканчике, буду пересаживать, растение будет болеть, и на это уйдет большое время. А у меня в запасе всего 3 месяца. И поэтому вот сколько здесь семян. А здесь их немного, штучки 4-5. Вот у этого огурца трюкач. Я посажу их все сразу в этот баллон. Но потом, естественно, я отберу самый сильный корень, потому что в одном, я думаю так, я еще, правда, не решила, но думаю. Я по ходу посмотрю, сколько я оставлю, 2 или 1. Также и с томатом. Я буду сажать их несколько семян. И все это садится не через рассаду, а непосредственно в этот баллон. Вот все, что хотела я рассказать на данный момент. И я с вами не прощаюсь, потому что этот эксперимент, он у нас затянется на 3 месяца, и несколько обзорных видео, конечно, будут. Будет видео по тому, как я все это высаживаю, по тому, как у меня выросла рассада, и что выросло, и получилось или не получилось. Все это будет поэтапно. И вот когда у меня все получится поэтапно, на какой-то момент я скажу вам пока-пока. А сегодня комментируйте. Ставьте лайки, дизлайки, и на этом